Добрый день, хотим рассказать о нашей новинке мясорубки ТМ-5М. Данная мясорубка, выпущена нашим предприятием в 2021 году, является новинкой на рынке. Производительность данной мясорубки 60 кг в час. В ней установлен однофазный двигатель мощностью 0,37 кВт и червячный редуктор. Особенностью данной мясорубки от бытовых является то, что привод на шнек мясорубки идет через червячный редуктор, который усиливает крутящий момент. Также здесь, в отличие от бытовых мясорубок, установлен полуунгер, то есть комплект из трех ножей: подрезной нож, двухсторонний нож и решетка. Решетки идут в комплекте 2-3 номер с отверстиями 9 мм и 5 мм. В данной мясорубке отсутствует функция реверс, и предназначена она для мелких кафе, баров, ресторанов, где нужны небольшие объемы переработки мяса. Вы можете приобрести эту мясорубку у наших дилеров компании «Росхолод».